Сделано в Якутии. Под такой маркой в магазинах Якутска, Айгуль, Алмаз и ЕХК открыли специальное оборудование и оформленные витрины. Сделано в Якутии – это молочные и мясные продукции, полуфабрикаты, рыба, хлебобулочная продукция и напитки. Совместный проект Минсельхоза Республики и торговых сетей направлен на улучшение маркетинга местной продукции, увеличение объемов продаж и ускорение оборота продукции на полках магазинов. Послание главы республики Бориса Егора Афанасьевича Государственному собранию на 2017 год было определено, что мы должны сделать все возможное, подключить все ресурсы для того, чтобы продвигать местную продукцию, развивать местное производство и обозначить его под единым брендом «Сделано в Якутии». И в рамках положения данного послания Министерством сельского хозяйства совместно с торговыми сетями мы в текущем году, 1 июня сегодня, запустили проект «Сделано в Якутии».